Московского информбюро. В течение 19 февраля на фронте существенных изменений не произошло. Да. Тяжеловато штрафничкам без артподготовки пришлось. Ну, считай, виной скупили. Ага. Только орден вешать некому. Жалко, симпатичный такой. Зойка живой, кажется. Носилки, зови, контужен! Эй! Носилки, сюда! Держи. Скорее, давай. Девчонки, быстрее давайте, ну! Да тут мы. Ой, живой. Быстрее давай! Товарищ полковник, взвод по вашему приказанию построен. Отлично. Рядовой Матвеев, выйти из строя. Именем Президиума Верховного Совета за проявленное мужество рядовой Матвеев Михаил награждается медалью за отвагу и переводится из штрафной роты в 18-й пехотный полк. Как самочувствие, боец? Полный порядок. Так держать. Служу Советскому Союзу! А, это опять вы? Женщина, я же вам уже объяснял. Ничем вам помочь не могу. Тем более ваш муж заключенный. Ну? Ну, а как же мне его найти тогда? Ну, вот уж не знаю. Простите, пожалуйста, следующую позовите. Я никуда не пойду, пока вы мне не скажете, что с моим мужем. Я вам еще раз объясняю. У меня нет этой информации, ясно вам? Нет, не ясно. Это вы меня послушайте. У вас люди что, как спички? Затерялся в кармане? Я тут давеча слушала обращение вождя. Так он сказал, что люди – это самое главное наше достояние. Послушайте меня. Я никуда не пойду. Ермаков? Зимин беспокоит. Слушай, Ермаков, у меня тут женщина штрафника потеряла. Да нет, не из офицеров. Просто заключенный. Да я понимаю, что ты не знаешь, но уж скажи мне что-нибудь. А то у меня один человек всю очередь держит. Понял тебя. Говорят, что заключенных большей части отправляют на Калининский фронт. Ходит такая информация. Насколько точно, я сказать не могу. Спасибо. Следующего позовите там. Спасибо, доченька. Да не за что. Добрый день, спасительница. О, здравствуйте. Ну вот, как новенький. Разведка донесла, что у вас шахматишки бесхозные завалились? Может, дадите под мою ответственность? Какая у нас разведка всезнающая? Да, есть такое. Сестра! Ну так что, с шахтишками? А то наш брат все в карты, да в карты. А с кем играть будете? Если у вас все карты, да карты. Не надо перевязать, не трогайте руками. Пожалуйста, не кричите, прошу вас, ходите. Может, найду кого-нибудь, если повезет. Опять же, разведка немца какого грамотного притащит? А я тоже немножко играю в шахматы. Не волнуйтесь, мы все. Хоть папа и говорил, что. А папа сказал, что дело не женского ума. Ну, это он переборщил. Женщины разные бывают. Шах. Здорово, но неправильно. Сейчас тебе будет мат, и ты проиграешь. Тогда мат.
Э, шалопай, вы что тут присосались? Ничего. А ну-ка живо отсюда. Вот гад. Слышал, как ты пришла. Да ты не только этого не слышал. Воздушную тревогу объявляли. Да? Да. Надо же. Мила, а тут стояла бутылочка или я все вылокал? Леха, послушай, ты должен остановиться. Посмотри на себя. Давай вот без этого. Так. Я все вылила, Лева. Ты что сделала? Я просто не могу больше смотреть, как ты себя убиваешь. Ты что сделала? Ты что? Ты прошмандовка! Да заткнись! Пошла. Я же как лучше хотела. Лёва. Я Мишку-то знаю. Хороший парень. Оп. Да видно, что хороший. Да. Я уж не знаю, чего он там набедокурил, что в штрафники угодил, но Бог все видит. Ну да. Так что конец вашим странствиям. А вы, стало быть, весь Калининский фронт обошли, прежде чем на меня ушли. Ничего, скоро увидите братца своего. Я так понимаю, вы сестра его будете? Да нет, жена. Жена? Да вы мне еще что-нибудь расскажите. Про Мишку. Как он, как живет? Да что рассказывать-то? Какая там жизнь? Война. Тут не знаю, что с тобой вечером будет. А так, парень хороший, вы присаживайтесь. Санитаркин муж. Забодает тебя до смерти, Мишка. Да будь ты шутковать-то, Егор. Ошибка какая-то, я не жду никого. Нет никакой ошибки. Женщина приехала. Говорит, жена. Не свести, денег не будет. На-ка, подержи. Ну что, красивая баба? О! Там, говорят, герою твоему жена приехала. Не мой он вовсе. Да не убивайся ты так. Ну, прости его. Да не за что мне его прощать. И не было у меня с ним ничего. Да.
Напутала война-то. Тяна. Маманя с батяней, собственной персоной. Здравствуй, сын. Левочка, родненький ты мой. Чень. Господи, господи, похудел-то как. Вам чего в эвакуации не сидится? Или не хватает чего? Да нет, хватает. Спасибо, всем обеспечил. А. Так и чего? Вошли как? Так телеграмму уже получили. Приезжайте, дескать. Спасайте сына, пока он совсем в водке не утонул. Какая-то Мила прислала. Так а мне тут воспитатели не нужны. Вырос уже, сам разберусь. Так что давайте, собирайтесь. Завтра вас на вокзал отвезу. И сидите в своем тылу, как мыши. Ты как с родителями разговариваешь? Ефрем. Где ты тут мышей нашел? Ефрем, не надо, пожалуйста. Левочка, ну ты тоже посмотри, что у тебя в квартире творится. Бутылки пустые. А вот это ты, мать, верно подметила, что пустые. А я вот тут еще парочку полных притащил. А? Бать. А? За встречу. Не буду я с тобой пить. Ой, а чё так, бать? Ты чё? Подумай, водка отличная. Из распределителя. Даже профессорам такую не дают. Ефрем! Ефрем! Ты чё творишь? Это чё? Успокойся. Это твое успокойся. Спасибо за то, что я вас успокойся. В тыл определил и паёк вам офицерский выделил. Ефрем, ты меня решил как мальчишку вожжами выбрать? По привычке? Только я уже не мальчишка, я майор НКВД. Смотри, что у меня есть. Что ты мне его показываешь? Ефрем, не надо. Стрелять, что ли, собрался? Ну так стреляй! Ефрем, это он шутит! Шутит он, теперь слышишь, Ефрем? Теперь я тебя воспитаю. И делать будешь то, что я да сказал. Что ж ты понял? Делаешь-то, Господи, ах, ты ж гаденыш. Левочка, милый. На родного Ой, отца с пистолетом. Да я тебя удушу. Да уйди, я сказал. Что там? Ах ты, Господи, Таюша, Таюшечка, Таюшечка моя. Что, доктор? Ну что, вашему сыну я уже все рассказал. Порадовать мне вас нечем. Состояние крайне тяжелое. Ваша супруга потеряла очень много крови. Удар был сильный. Если кризис минует, может и выкарабкается. Доктор, может быть в больницу? Нет, лишний раз ее трогать не надо. Ждите, больше ничего не остается. Спасибо. Понятно. Да не за что. Боже! До свидания. Всего хорошего. Боже, спаси. Спаси, помилуй. Она же не виновата ни в чем. Я знаю, сам заслужил ее.
скотина так. Она при чем? Помилуй. Помилуй, если ты есть, а я... Я другим человеком стану. Я обещаю, только спаси. Мишка, любимый, у меня все хорошо. Я устроилась на работу в районную больницу. Врачом не взяли, только сестрой. Сняла угол в комнатке на Садовом. Хозяйка добрая женщина. С продуктами не очень, но держимся. Говорят, война скоро закончится. Скорее бы уж этих гадов прогнали с нашей земли. Как же я скучаю по тебе, любимый мой. Береги себя. Всегда твоя Люба. Взвод! Советского информбюро. Наши войска продолжают наступательные бои и продвинулись вперед. На некоторых участках фронта противник переходил в контратаки, которые были отбиты. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Меня Егором зовут, я от вашего мужа, Михаила. Да вы проходите, садитесь. Угу. Вот, комиссовали, значит, меня по ранению. Ага. Домой еду в Архангельскую губернию. Ага. А Мишка? Что вы тянете? С Мишкой что? Погиб Мишка. В бою. Прямо на моих глазах. Сражаясь за Родину. Где я? Что случилось? Как вы себя чувствуете? Вроде ничего, спасибо. Ну, поздравляю вас. С чем? Вы у нас будете мамой. И срок уже не маленький. Так что набирайте сил, отдыхайте. А я к вам зайду попозже. Отдыхайте, отдыхайте.
Люба. Любочка, давай я помогу. Не надо. Люба, ты глянь на себя, ты же еле идешь. Люба, ну давай я тебя отвезу. Люба! Не надо меня никуда отвозить. Не надо меня никуда отвозить! Из-за тебя все! Ты че? Сюда давай! Здрасте, тетя Лен. О, милочка моя, ты знаешь, мне это не нравится. Ты когда у меня угол снимала, ты что говорила? Что? Что никого водить сюда не будешь. А это что? Проходной двор какой-то? Извините, тетя Лен, села, кончились голодухи. Лев, иди, не зли хозяйку. Все в порядке, сейчас мы тебя устроим. Что значит все в порядке? Вот вы тут натоптали, кто убирать-то будет? Тетя Лен, я сама все уберу. Все, все. Иди. Уберет все, она, а? Простите, а можно вас на минуточку? Кого? Вас, на минуточку. О, господи. Майор НКВД Лев Грач. Если я узнаю, что ты ей нервы треплешь, мы будем общаться совсем в другом месте. На Лубянке доводилось бывать? Нет. Хочешь? Гриш, я до дома сам доберусь. Хорошо, Лев Ефремович. Возвращайся на работу, зайдешь в распределитель, скажешь, что у майора Грача появился важный осведомитель, накормить надо. В общем, то, что выдадут, привезешь сюда, квартира 15, понял? Так точно, Лев Ефремович. Делать это надо будет раз в неделю, как минимум до зимы. И язык особо не распускай. Понял. Будут уточнять вопросы ко мне. Мишенька никуда не денется. Давай, тушься. Ну, сильней, сильней. Давай, милая, тушься сильней. Вот, молодец, еще. Здравствуйте, моя хорошая. Ну, как самочувствие? Все хорошо? А где... Кто, доченька? Так с папой. С папой? Так вот же он. Дай мне. Лизенька. Мишка хотел дочку назвать Лизой. Ну что ж ты, муж, встал-то, как не родной? Хоть жену поцеловал бы. Лёва мне не муж. А. Друг просто. Угу.
Все, приехали. Аккуратно. А, осторожно. Аккуратно. Ой. Лев, а где мы? Сейчас сама все увидишь. Давай. Проходи. Так. Ну вот. Лев, а что это такое? А? Ну, а сколько тебе можно по углам мыкаться? Что ты... Зря в больнице вкалываешь. Тебе положена жилплощадь, вот считай, ты ее и получила. Лев, а намного кому положено? Все получат, а ты чуть раньше. И хватит об этом. Я тут купил кое-какую мебель, там посуды на первое время. Не надо. Не понравится, выкинешь. Нет, Лев, спасибо, конечно, но я не могу это принять. Прости. Я знала, что ты это скажешь. Но это ничто по сравнению с тем, что я тебе сделал. Я знаю, что это не расплата, и расплаты никогда не будет, но... Прости меня. Если ты скажешь, чтобы я сейчас ушел и никогда не возвращался, так и будет. Но если ты разрешишь мне иногда заезжать, помогать, гулять с дочкой, я буду тебе очень признателен. А... Я понимаю, что ты хочешь спросить. Мне от тебя ничего не нужно. Так что скажешь? Хорошо. Почему нет? Лев, а что случилось? Что? У тебя что случилось? Ты другой совсем стал. Отдыхайте. Как меня выходили. Потом до Берлина с ними дошел. Там снова ранение, полгода в госпитале провалялся. Сколько раз меня хранили? Ну и? Пальцев на руке не хватит. Ух ты! А знаешь, что спасал? Жена. Ну, а чем на гражданке собираешься заниматься? Ее разыщу. Так съехала она еще в 43-м. Собрала вещи и уехала. К майору, наверное, своему. Куда, не знаю. К какому майору? Да ходил ей один тут. Высокий такой красивый брюнет. Все продукты и до цветочки приносил. О, письма же приходили. Подождите. Приходили тут, приходили. А где что они? Куда я их положила-то? Вот, все до единого. А это не ваши? На всякий случай хранила. Вдруг объявится. Да.
Я же ведь не знала, куда посылать-то. А вы майора-то знаете? Ну что, выходи, голову оставь. Ой, ты что делаешь? Все, приехали. Давай, давай, давай. Лизонька. Давай. Оп. Ну что, да все в порядке. Не замерзла? Здрасте. А вы к кому? Вера Пономарева здесь живет? Есть такая. Заходите, раздевайтесь. Вера! Ау! Вер, к тебе тут молодой человек. Ко мне? Странно, я никого не... Что? Спасибо, Вера. Да не за что. Ты меня извини, что я к тебе. Конечно, ничего. Ребенок у них там. О чем говорить-то можно? Так бы поговорили, ведь есть о чем. А раз ребенок, какой может быть разговор? Дай-ка сюда. Разыгрался у меня. Пусть живут, да радуются. Да что? Случилось-то у тебя? Вера, тут вон на ночь вам. Девчонки матрасик постелить принесли. Спасибо, девчонки. Что-то тесновато тут у тебя, Вер. Может, гости лучше у меня постелить? Да помолчи ты с шутками своими дурацкими. Вер, мне завтра комендант уйти. Чё говорить-то? А скажи, что муж с фронта вернулся. Что на работу пока не устроился. А чё? Я вчера Берлин брал. А мне сегодня что? Как собаки под кустом? Солнце выйдет, решим. Лара, я у тебя сегодня переночую. Да, конечно. Ты, пожалуйста, только отдыхать ложись. Здорово. Да ну тебя! Бери! Смотри, совсем же хороший! Бери, бери! Возьми, возьми! Еще на зуб попробуй. В карты, что ли, взял? Ага, у маршала Жукова. А вот эта вещица ничего, кажись, не левая. Слушай, есть у меня штришок один. Может, хорошую цену дать, если с ним правильно поговорить. Он здесь недалеко обитает. Не хочешь до него прогуляться?
А сам-то где ноги он оставил? Да с ногами все тип-топ. Просто мазь не позволяет по толкучкам шариться. Ну чё? Ну, пойдем пройдемся, если говоришь, что человек надежный. Как говорит дедуля, зуб даю. Человек скидывает. Знатная вещица? Покажи. Да знаю ваши знатные вещи. Фуфло в втридорога пихаете, потом валяйте на три солях. Да ты только посмотри, портсигар серебряный, немецкий, трофейный, прямиком из Берлина. Покажи ты ему. И чё хуже за него? Сказать тебе хочу, сушеный. Какой ты был фуфлыжный вор, такой остался. Ты кого разводишь, Тюха? Кто ж домоседа изображает в таких шикарных уличных ботах? Ты ж еще 5 минут назад в них по улице шлепал. Цирк. Матвей, что ли? Ну иди сюда! Матвей! Как я рад тебя видеть, чертяка! Ну, тихо, тихо. Люди, которые всю войну в лагерях прокантовались, воров обратно в закон пускать не хотят. А что там пускать? Режут почем зря. Угу. Так что смотри да оглядывайся. Да плевал я на это все. Знаешь, в жизни порой вещи куда серьезнее случаются. И чё ж у тебя такого, Матвей, стряслось? Я, знаешь, Сушеный, с вашими делами-то завязал я. А знаешь почему? Почему? Знаешь почему? Вот почему? Почему? Потому что я из-за них кое-что потерял. Что? Да все! Ну и хорошо. Значит, терять больше нечего. Ну, не на завод же тебе идти. Ты ж в плену у фрицев был. Опять загребут, но теперь же по политической. А я как раз за дело хотел с тобой поговорить. Я тут со скакарем одним скорее фанился. Хотим складик один шмоточный прощупать. Куш приличный. Ну и дело не то, чтобы очень заморочистое. Так. Пирожок с полки взять. Ты как? Матвей! Ты как? Матвей! Что там у тебя? Да ничего особенного. А.
Где был всю ночь? На работе. Я же на работу устроился. Вот меня сразу в ночную припахали. Глянь, тебе, Верочка, все для тебя. Здравствуй, Миша. А к тебе тут снова жена приехала. Ты ведь женат у нас? Забыл? Что ты? Что ты делаешь? Меня Вера разыскала. Она мне все рассказала. Миш, мне нужно поговорить с тобой. Я даже подумать не мог, что ребенок от меня может быть. Прости меня, Люба. Я тоже хороша. Мне сказали, а я и поверила. Будто я не знала, сколько мертвых на войне в живых превратилось. Но ведь это теперь все не важно. Ты живой. Я живая. У нас дочка. Миша. Еще кое-что есть, Люб. Что? Мы с товарищами склад обнесли. Как обнесли? Ну, обокрали, значит. Часа через два весь уголовный розыск мою рожу грешную искать будет. Господи. Миш. Сдаваться надо по совести. Нет. Уходи. Нет, я не уйду. Я больше без тебя оставаться не собираюсь. Уходи, деваться некуда. Мишенька, давай уедем. Куда угодно, хоть в Восточную Пруссию. Я тебя умоляю. Ты что, не понимаешь, тебя со мной возьму как соучастницу. Миш, я не уйду. Давай уедем куда угодно. Но ты же сам сказал, что тебя хватится только через пару часов. Миш, ну пожалуйста, я... Миш. Миша. Это же я, Миша. Добрый день, Анатолий Глебович. Добрый. Так почему говоришь, он отпустил тебя? Так откуда ж мне знать? Сказал, мол, иди только тихо. Я и ушел. С чего бы это им свидетеля оставлять? Добрый день, Анатолий Глебович. Да не прыгай ты, Ершов, напрыгаешься еще. Ну, что у вас тут? Вот, работаем по складу. Ага. Есть вроде рожа одного подозреваемого. Ну-ка. О, здрасте, приехали. Вот это встреча. Что, знакомая личка, Анатолий Глебович? Да уж более чем. Эх, Матвеев, Матвеев. Ну так что, Анатолий Глебович, ловить его надо. Да сам знаю, что надо. А ну-ка, Ершов. Свяжись-ка ты с бюро адресным и узнай, проживает ли сейчас в Москве такая Любовь Барцева. Ура, мама пришла! А где моя девочка? Моя мама пришла! Привет, моя хорошая! Где ты была? На прогулку собирались. Да все изревелось, пока вас ожидала. Спасибо большое. Низкий поклон, тетя Марусь. Угу. Почему моя девочка плакала? Не знаю.
А вот и мы. Ну что, Лизонька, познакомься. Это твой папа. Здравствуй. Это мой папа. Ну чего ты? Папа. Ты ягодка моя. Какая же ты красавица. Господи, это Лёва. Держи. Миш, стой. Мама, куда вы? Миш, не надо, я прошу тебя, Миша! Миша! Мама, гулять пойдем? Ребят, ну чего вы там? Здравствуй, Люба. Тихо. Папа! Миш, туда нельзя. Там его водитель. Если он нас увидит, сразу все поймет. Черный ход есть. Точно, товарищ Порохов. Мужчина Матвеев Михаил, с ним женщина и маленький ребенок 3 лет. Немедленно добавим. Ближайший поезд через 4 часа. Обождать придется. Ну, как скажешь, будем ждать. Только я думаю, мне не стоит здесь с вами быть. Нас втроем искать будут. Миш, я тебя прошу. Тихо, тихо, послушай. Я этот поезд знаю. Мам! Он на выезде из Москвы делает короткую остановку, дальше идет малым ходом. Там я на ходу и запрыгну. Мишенька, я тебя прошу, только будь осторожен. Не волнуйся ты. Никуда вы от меня не денетесь. Так, билеты держи. Ты Паку-то ждать будешь? Буду. Будешь? Ягодка ты моя. Да. Держи деньги. Зачем это? Нужно. Держи. Все. Все хорошо, все. Мишенька. Куда мы пойдем домой? Ерунда какая-то. Что будем делать? Порохов, на минуточку. Я сейчас. Возьми его. Возьми его, Порохов, слышишь? Век не забуду. Ты же меня знаешь, Лев Ефремович.
Мне, чтобы работу справно работать, благодарность ничья не нужна. Ну, а там как получится. Постарайся. Разрешите? Здесь свободно? Да. Фу. Еле успел. Стоянка всего минуту. Лизонька, ты как? Кушать не будешь? Нет. Какие мы серьезные. А где наш папа? Скоро будет. Хорошая моя, тебе не холодно, нет? Забыл ты что? Да я вроде как не заметил, что здесь вход воспрещен. Али пропустил чего? Странное место для прогулок. Документы. Да пожалуйста. Не для того вроде как с немцами 3 года воевал. Все по родной земле шагу ступить без пропуска нельзя было. Да ты не переживай больно. А времена такие. Сейчас вся Москва стонет от разных бандитов. Ну, а я-то здесь при чем, а? А лицо мне твое знакомо. Видел тебя, что ли, где? Придется тебе с нами в отдел пройти. Ну, да, дело тогда отдела. Мы люди послушные. Разрешите? Сволочь! Стой! Как же так нехорошо с вашим мужем получилось? На поезд опоздал. Замолчите, а? Стоять! Стрелять буду! Отойдите. Мама! Мишка! Мишка! Лиза, сиди тут! Мишка! Господи, отпустите его! Миша! Да. Здравствуй, Лёва. Здравствуй, Люба. Как Лизонька? Я ее с соседкой оставила. Привет, я дядя Лёва. Лёв, ты же знаешь, зачем я пришла. Догадываюсь. Лёва. Лев, прокурор на суде для Миши будет просить 12 лет. Сам виноват. Лева. Сам признался, что налет совершал. Лев. Награбленное не вернул, подельников не выдал. А закон, Люба, он один. Один для всех. Лев, ну ты же все можешь. Лева! Ну тебя же самого когда-то вытащили. На свече же все можно. Лева! Времена были другие. А сейчас я и Матвеева не вытащу, и сам вместе с ним сяду. Ты этого хочешь? Лев.
Бери, что хочешь. Хочешь? Бери. Так а нет у тебя того, что мне нужно? Лев. Нет, и взять тебе это негде. Проходили. И давай не будем об этом тошно. Левочка. Лева. Лев, я умоляю тебя, ну помоги! Лев, ну помоги! Да зачем он тебе? Он же вор. Вор, три ходки у него, и четвертая будет. На себя плевать, ребенке подумай. Он будет сидеть, а ты его ждать будешь. Посылки ему слать. Люба, забудь его. Забудь его, о Лизе подумай. Ясно. А я в субботу зайти хотел. Ну так что, гражданин Матвеев, говорить будем или как? Свидетель говорит, вас четверо было. Ты здесь. Где еще троих искать? Без понятия, гражданин начальник. Они люди взрослые и передо мной не отчитываются. Угу. Допустим. Но имена подельников ты должен знать. Ваша правда, должен. Да что-то в последнее время голова дырявая стала, словно ведро старое. Вытекает все. Ну ты мне тут еще шуточки пошути, Матвеев. Я тебе так лицо разукрашу. Остынь, Ершов. Этим его не проймешь, я тебе точно говорю. А чем, Анатолий Глебович? Да ничем. Так и будет тебе молчать. Тогда вы сами. Смотрю на тебя, Матвеев, иди, выдаюсь. Ну, чуть тебе на месте не сидится, а? Страна тебе все грехи отпустила. Жена у тебя замечательная, любит тебя, дурака. Руки есть, голова, но в чем дело-то? Да вы же сами все сказали, Анатолий Глебович. Дурак и есть. Умным на секунду побудь, и вот о чем подумай. Пойдешь сейчас на сотрудничество, и мы тебе навстречу пойдем. Постараемся поменьше накрутить. Домой поскорее вернешься. К жене, к дочке. А будешь молчать, получишь по полной, как за всех. Подумай, Матвеев. Как следует подумай. Да нечего тут думать, гражданин начальник. Да. Ну, заходи на. Товарищ полковник. Извините за беспокойство. Случилось что? В окно. Выгляните, товарищ полковник. Ты мне этого Давиль-то брось. Доложи по форме. Есть. Сегодня утром в 8 часов ефрейтором 2-й роты Габиуллина были обнаружены двое заключенных колымского лагеря под номерами Р-934 и… Бежали, что ли? Никак нет, убиты. В окно зачем глядеть? Так, для наглядности, что ли? Дури твоя башка, солдат. Толку от тебя никакого. Наглядность для него. Ой-ё. Оба блатные, товарищ полковник. Суки, видать. Ты мне это словечко-то брось. Так блатарей их так называют, товарищ полковник. Да они пусть как хотят себя называют, а ты солдат внутренних войск. Комсомолец на. Виноват, товарищ полковник. Ну, видать, эти двое заключенных из тех, которые с фашистами воевали. Так-то оно лучше. Ну, совсем обордели. Царева ко мне. Есть.
За Кацарев, товарищ полковник. Заводите. Заводи. Свободны. Есть. Присаживайся, Царев. Спасибо, начальник. Я постою. Это что, Царев, происходит-то, а? Че мне опять судилище устроили? А в чем дело, гражданин начальник? Ты мне дуру-то не гони. Прекрасно знаешь, о чем я говорю. Просветите серость. Самому мне как-то не докумекать. Ну, смотри, Царев, я тебя предупредил. Иди и подумай. И смотри, чтоб самому на себя обидеться не пришлось. Гражданин начальник, все же знают, что у нас в четверке только настоящие блатари кантуют, а вы нам все этих сук шлете в воздух портить. И я не при делах. Меня не будет, они все равно дохнуть не перестанут. Здрасте, Лев Ефремович. Здрасте. А их нет. Третьего дня как уехали. Куда уехали? Ну уж чего не скажу, того не скажу. Не докладывали. Собрали чемоданы и уехали. Спасибо, это вам. Ой, спасибо! На Лубянку. Сейчас пойдем. Пошли в дом. Сейчас, пойдем. Пожалуйста. Что, доченька, тут мы будем жить. Чего так пусто? Мы это исправим. Так где, ты говоришь, воевал, Матвеев? Сначала под Калининым, потом Волхов, затем на белорусский кинули. Ну и там уж до Берлина. Ну а под Калининым кто комдив-то у тебя был? Пляскин. О, отличный мужик, я его знал. Ничего. А сами где? Ну, я в основном по югам. У Чайков в Сталинграде,
Потом Украину вычищали. Эх, Матвеев, Матвеев. Давай-ка ты исправляйся, да домой к семье. Нечего тебе по лагерям-то отираться. Сколько дочки? 3 уже. Ну вот, замуж успеешь отдать. А может, и раньше отскочишь. Хорошо бы. Опа. Отправить в АТЛ 4. Майор НКВД Д.П. Петров. Да это ж четверка. Это ж набойник. Нет, тут какая-то ошибка. Случилось что, начальник? Честно? Ну? Тут тебя просто на верную смерть отправляют. На четверке военщину режут. Просто не глядя. Сиди здесь, я сейчас у начальства уточню. Я сейчас. Саша. Живой. Здорово, дядя Саша. Ну, рассказывайте. Неужто вы наконец решили к нам, политическим, примкнуть? Да ну нет, ну куда мне далось, дядя Саша. По привычке я. Миша, вроде бы сильный вы человек. Я ведь сильнее вас, пожалуй, и не встречал. А привычку эту поганую бросить не можете. Знаете-ка что? Мне в санчасти нужен помощник. Работы, конечно, много, зато в тепле. И знаете... Что? Вор, что ли? Да вроде так. А что же ты тогда к уважаемым людям спиной поворачиваешься? Хоть за мной. Разговор к тебе есть. Ну, куда же вы тащите человека? Дайте ему хоть дороги. Тебя, передать. Дедуля, забыли спросить. Давай за мной, пока вперед ногами не понесли. Ты нас, Матвей, правильно пойми. Не мы эту войну начали, не нам ее останавливать. Это вы нас заставили нож целовать. А те, кто в отказ пошел, на перо поставили. Я тебя, царь, целовать ничего не заставляю. И до войны вашей мне... А вот это ты зря. Это у тебя с немцами ваша была. А вот это уже наша пошла. И в сторонке отсидеться не получится. Закон ты, Матвей, знаешь. Вору, если он не сявка подсоборная, с государством никаких дел иметь нельзя. Иначе он уже не вора. Сука. Выпущу. Легкой смерти, Матвей, ты не отделаешься. Вы наших трюмите, ломаете, калечите почем зря. Вот и мы нынче вам тем же отвечаем. Черт. Да чего пуститесь? Опустит молоток, без левого глаза останется. А потом и без правого. Свободой клянусь. Чем дело, Лобан? Ты же у нас вроде как вор правильный. Сам же стоял, что вору сукой быть нельзя. Что-то ты меня запутал совсем. Ты про меня, царь, все знаешь. Но кое-что могу добавить. С этим человеком я с 33-го года знаком. Ему следак всю печень по муру размазал, а он меня не сдал.
И еще много раз из легавки вытаскивал. Так что я буду последней падлой, если позволю вам тут замочить его за здорово живешь. Всем понятно? Ты лобан с козырей заходишь. Отпустите его пока. Твой день. Свидимся. Макаров, Мингелов, Маслаченко, Матвеев. Петров, это грач. Списки погибших по Северо-Восточному округу полные. Других нет? В командировку, значит, хотите? Ну что ж, благодарю за инициативу, просмотрим. Дело, конечно, нужное. Сами понимаете, работать предстоит в условиях чрезвычайного положения. Угу. Понимаю, товарищ генерал. И надеюсь, что партия даст мне все необходимые полномочия. Я что, все тебя спросить-то забываю? Ты друга нашего не встречал? Какого? Сердешного. Моню нашего, который нас с тобой тогда с потрохами сдал. Я так слышал, поквитаться с ним так и не удалось. Амелин, на процедуры. Ну что, доктор, когда нас в центр-то переведут? Обрадовать вас, к сожалению, ничем не могу. Транспорта нет, чтобы вас отправить. Да и центральная больница, говорят, и без того переполнена. Доктор, ты найди выход. Или ты думаешь, царю прямо здесь в больничке нас замочить слабо? Так вот, не слабо. И тебя еще заодно на перо подсадят. Человека оставь в покое. Будет возможность, у нас обязательно вытащит. Ладно. День еще ждем. Потом придется себе руки рубить, чтобы здесь все поняли, что мы с тобой тяжело больные. Курить охота. В больничку залегли, царь. И один, и второй. Сдается мне, спрыгнуть они задумали. Ну, спрыгнуть я им не дам. Еще бы ты и кончил. Да не хотелось медведя без глаза оставлять. А еще слыхал, делегация к нам собирается. Ну-ка, что за делегация? Суки. Военщина. Разговор с тобой вести будут. Начальник лагеря добро дал. Ну что ж. Пусть едут. Так порежут нас всех, царь. А это мы еще поглядим. Еще хочу. Ешь, дочка, на здоровье. Давеча Колька тракторист подходил. Ну? Сосватать Любку пытался. Да есть у твоего Кольки жена уж. Бутылкой зовется. Угу. Хоть и так. Все лучше, чем какого-то уголовника по 10 лет дожидаться. Или ты думаешь, кто лучше посватается? Так не дождешься. Спасибо, очень вкусно. Люб! Да хватит уже! Ты
ты уж ей раз посоветовал замуж выйти. Ну? Пусть теперь своим умом живет. Нежные все стали. Вилами взад не ткни. Уверен? Уверен, уверен. Матвеев, начальник лагеря. С чего бы это? Без разговоров, давай на выход. Давай, давай. Вызывали? Здравствуй, Матвеев. А я иду и думаю, что за дело срочное? А меня дружище, оказывается, старый приехал навестить. Ну ты извини, что стол не накрываю. Ничего, переживу. Звал ты чего? А меня с вашей войной, сучий, разобраться прислали. Зачинщиков главных устранить, понимаешь? А Матвеев тут при чем? Насколько я знаю... Молчать! Мне виднее, кто тут при чем, а кто нет. Что скажешь, Матвеев? Выглядишь ты паршивенько, Лёва. Нам бы наедине поговорить. А, конечно, я... А хотя оставайтесь! Мы прогуляемся. А как же... Свободен, сказал! Есть! Шикарно! Стоять! Ну что, Матвей? Скажешь что-нибудь на прощение? Стрелять-то как будешь? На ногах еле стоишь. Ближе подойди и патроны не трать. Ой, Лёва, Лёва, как только таких в органах держит, ума не приложу. А Матвеев-то где? Убит при попытке к бегству. Ай.
А тело где? В лесу не дотащил. Ты не волнуйся, ты начальник, не волнуйся. Нет. Наша власть особая, полномочия. Я вот вернусь, на этом самом месте дом наш поставлю. Жить с тобой будем. Ну и ребятишек будет. Ты вернись сначала. Важные органы не задеты. Что вы собираетесь делать дальше? Выспаться, дядь Саша. Да, в барак вам нельзя, из лагеря вам никуда не деться. Ваш бывший друг детства второй раз постарается уж не промахнуться. На, дерни. Так что оставайтесь здесь, пока он не уедет. По крайней мере, выспитесь. Разберемся. Шаренку по одному. Какие люди! Уж и не пойму, за что такая честь. С чем пожаловали? Значит так, урки, слушай сюда. Кто нож поцелует, тот с нами. Остальные лягут в братскую могилу. Так или иначе, нам лишней крови не надо. Народу нынче и так полегло немало. Так что ты первый царь. Ох, спасибо, Фома, уважили на старости лет, а то, знаешь, так жить хочется. Тебя же, наверное, тоже. Ты сначала нож поцелуй, а потом мы с тобой за жизнь побазарим. Гастроль, значит, давать приехали. Ну, а если мы вам свой концерт покажем? На колени, царь. Порядок такой. Я понимаю, Фома, порядок есть порядок. Обещали же тихо. Рядовой нельзя. Мне надо открыть. Рядовой отставить. Надо открыть. Рядовой! Вставай! Иди
Иди глянь, что творится. Иди, говорю. Да слышу, не глухой! Звони в центр, вызывай подмогу! Иди сюда! Брось волну, начальник! Бросай! Пошел! Ну что, привет, начальник. Хотел правильных пару фаяками своими свести. А ничего у вас не вышло, суки красноперы. Со мной пойдешь. Давай полюбуйся, начальник, что творится. А ну-ка прикажи своим бойцам, чтобы забрались. Иначе порешим всех до последнего. Да пошел ты! А я знаю, почему ты такой смелый. Тебе уже все равно, правда? Либо я сейчас прикончу, либо партия твоя потом сдернет. Ты хотя бойцах своих подумай! Ну! Я сказал, пошел ты! Чтоб нас всех в одну яму побросали. И ты, начальник, своим скажи, чтоб не стреляли пока. Кончай бузи! Всем стоять! Прекратить огонь! Меня слушай! Кому добро будет, если мы здесь друг друга ножиками почили? Нам, что ли? Да падай! Попкам, которые нас серегут, или законом, скажите? Что это за закон такой? Сколько он людей поломал, курв подзаборных перекрасил. Сыночек, чтоб я сдох. Лобан. Ну где ж ты пропадал-то, родной? Уйди. Давай обнимемся. Есть, который забор проломит и на столицу пойдет. Что решать будем, начальник? Тебя же вроде застрелили вчера, Матвеев. Застрелили, но, видимо, не до конца. А чё в побег не пошел? Куда, волков кормить? Что решать будем? Я своих в барак уведу, бузы не будет, обещаю. Только и ты слово дай, начальник. Что дело это закроешь, и военщину эту, законников новых, в лагерь больше не пустишь. А то ведь, если так дальше пойдет, кто план государства по древесине выполнять будет? А так будем жить тихо, мирно да складно. Военщину? Так ведь ты сам воевал, Матвеев. Воевал. Поэтому и крови лишней не хочу. Решать-то что будем? А ну как обману? Тебе ведь лишние хлопоты не нужны, начальник? Да. Ну и что мне теперь с этим майором-то московским делать? Напишешь начальству, что так, мол, и так. В ходе проверки возник конфликт. Майор Грач геройски подавил бузу, но сам пал смертью храбрых при исполнении. Да чё я тебя учу? Ты, небось, эти бумажки лучше моего строчишь. А остальное свалишь на царя, да на Фому с Лобаном. Им теперь все равно.
А нам с тобой пожить надо. Так ведь, начальник? Ничего, начальник. Давай наводи порядок. Значит так, слушай мою команду. Трупы убрать. Раненых в санчасть. ЗК по баракам. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. А вы кто? Вам кого? Дядя, откуда вы знаете, как меня зовут? Мама, а кто это?